После чеченской войны Сергею Фуглю нередко приходится бывать в больницах. Сегодня в его палате появилась бытовая техника. Теперь сделать чай или подогреть еду можно, никуда не выходя. Ты просто лежишь, выздоравливаешь, то есть занимаешься, слава богу, своими или личными делами какими-то, а не думая о том, где что, как бы достать, где разогреть и как бы где хранить свою пищу. Конечно же, это намного удобнее. Телевизор, холодильник, микроволновка и чайник – вся эта техника появилась сегодня в двух палатах для ветеранов войны в больнице имени Пирогова. Через каждую из них за год проходит около 40 пациентов. Бывшие военные здесь проводят от 7 до 20 дней. Технику для них установили по проекту «Историческая память». Его учредила партия «Единая Россия». За год, что действует проект, кондиционеры и холодильники появились в 8 палатах больниц Самарской области. На сегодняшний день мы получаем достаточное количество бытовой техники. В прошлом году были установлены последние модели кондиционера. И ожидаем, что этим летом будет еще дополнительно поставлено разное оборудование. Переговорили с врачами, с больными, то есть что необходимо. То есть это кондиционеры необходимы летом, естественно. Холодильники, микроволновки вот сейчас нужны, чтобы хранить и разогревать продукты. Сделали, что называется, под ключ. Технику привезли, распаковали и сразу же установили. Пациенты такое отношение оценили. С техникой очень удобно, и жить хочется, и долго жить, и счастливо хочется. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.